Раз-раз. Итак, всем привет. Меня зовут Владимир, и я марсианин. Сегодня я бы хотел с вами поделиться идеей, которая носит название Anycable. Как можно догадаться из названия, речь у нас так или иначе пойдет об Action Cable, который у нас недавно появился в Rails 5, и всем с ним связанном. Надо сказать, что в этом году я уже не первый раз участвую в Rails-конференции в контексте кейбла. Сейчас мы проверим эту штуку. Она не работает. Ладненько. Придется так. Ну, правда, первый раз очно. Первый раз я участвовал заочно на конференции в Канзасе, где многие могли меня там видеть. Прежде чем я приступлю непосредственно к докладу, пару вводных. Во-первых, и это мое личное мнение, просьба заметить, я считаю, что Action Cable — это отличная абстракция, ну или, как говорили ранее, DSL, для работы с постоянными подключениями и взаимодействием пользователей в реальном времени. Но я далеко не в восторге от реализации. И, во-вторых, предупреждаю заранее, что Anycable — это не альтернатива и не замена Action Cable, а лишь попытка переосмыслить его и сделать лучше. Доклад будет построен следующим образом. Сначала мы вспомним или узнаем коротко, что такое Action Cable, рассмотрим его сильные стороны и, конечно же, слабые. И, наконец, познакомимся с Anycable и посмотрим, как он нам позволяет избавиться от слабых сторон, при этом сохранив сильные. Итак, начнем краткий экскурс в Action Cable. DHH, уже не раз расшифровывали, что это значит, анонсировал Action Cable на RailsConf в апреле 2015 года. Надо сказать, что мало кто ожидал пополнения в семействе рельсовых фреймворков, в том числе и члены Rails Core Team. Также узнали об этом только в тот день. Тем не менее, новость об Action Cable всколыхнула сообщество, мало кого оставив равнодушным. И по одну сторону равнодушия, естественно, были те, кто воспринял это нововведение с восторгом. Среди них можно даже встретить тех, кто уже ушел из рельс в другие технологии, но решил вновь обратить внимание на фреймворк. Так что можем сказать, что Action Cable вдохнул в рельсы новую жизнь. Но, с другой стороны, есть те, кто считает, что это всего лишь начало конца большой и счастливой истории Rails. Несмотря на такой диссонанс во мнениях, надо отметить, что Action Cable стал невероятно популярен. Можно посмотреть это на примере поискового запроса по обучающим статьям и видео по Action Cable. Чтобы понять, 80 тысяч страниц выдачи, много это или мало, давайте сравним с какой-нибудь другим фреймворком из экосистемы Rails. Например, Turbolinks. Примерно столько же, только они на 4 года старше. Допустим, не очень честное сравнение, их никто не любит, кроме парня, которого зовут DHH. Давайте сравним с чем-нибудь другим, например, с ActiveJob. Он тоже довольно молод, но и в несколько раз менее популярен, хотя не так уж и плох. Так в чем же фишка Action Cable? Чем вызвана вся эта шумиха? Давайте для начала немножко вспомним, как вообще он работает, что в нем есть. Перед нами очень упрощенная схема. У нас есть сервер, это наше Rails-приложение, и клиент, допустим, браузер. Клиент подключается к серверу через WebSocket, это постоянное HTTP-соединение, которое позволяет нам передавать сообщения в обе стороны, независимо друг от друга, как от клиента к серверу, так и от сервера к клиенту. С точки зрения логики Action Cable, сервер — это та часть, которая, собственно, отвечает за, скажем так, создание подключения, и, возможно, еще мы можем туда навесить аутентификацию. Далее нам нужно как-то уметь, собственно, передавать сообщения от сервера клиентам. Мы не можем из нашего приложения просто взять и сказать, передайте вот этому сокету вот такое-то сообщение. Приложение ничего не знает про сокеты. Поэтому у нас есть еще один элемент нашей схемы, это broadcaster. Передача сообщений организована с помощью потоков. Клиент может подписаться на поток, это просто некоторая, скажем так, связка, адрес. А broadcaster
как раз служит промежуточным звеном. Из нашего приложения мы отправляем сообщение в поток. Broadcaster определяет, каким именно сокетом его отправить. И, наконец, еще один, скажем так, уровень логики в нашем Action Cable — это каналы. Каналы — это всего лишь логическая абстракция, которая отвечает как раз-таки за обработку приходящих от клиента сообщений, в том числе за создание подписок и выполнение каких-либо других действий. С точки зрения кода, канал — это просто класс в нашем приложении. Мы можем даже сказать, что канал — это аналог контроллеров для веб-сокетов. Он отвечает также за доступы к действиям, но вместо рендеринга у нас создание подписок или, например, отправка сообщений обратно. Что такого особенного, в общем-то, в этом? У нас уже давно существуют библиотеки и фреймворки для работы с веб-сокетами или другими коммит-технологиями в Ruby, Rails. В чем фишка Action Cable? Почему он, чем вызван все-таки этот хайп? Давайте быстренько пройдемся, на мой взгляд, по каким-то отличительным сильным сторонам фреймворка. Ну, первый момент очень прост. Action Cable у нас просто часть Rails. Он встроен в фреймворк. Нам практически ничего не нужно делать, чтобы начать его использовать. Конфигурация, настройка минимальна. Неудивительно, в общем-то, что многие именно этот момент и отличают в нем. С другой стороны, продолжая тему диссонанса во мнениях, как только было объявлено о том, что Action Cable будет по умолчанию входить в рельсы, нашлись желающие его оттуда быстренько выпилить. Но для этого у нас есть флаг Skip Action Cable при создании нового приложения, если что. Второй момент, более интересный, это возможность доступа, скажем так, к логике приложения из каналов, из сокетов. Мы можем вызывать сообщения от клиента, передавать сообщения от клиента к серверу, которые будут, в свою очередь, ну, совершать какие-либо действия. У нас есть доступ ко всему, там, к нашей базе и так далее. Просто рабочее приложение, мы можем работать с ним из сокетов. И это большой плюс по сравнению, например, с PaaS-системами, которые также довольно часто используются при разработке приложений, такие как Pusher, так как эти системы позволяют лишь передавать сообщения в одном направлении от сервера к клиенту, но они позволяют по тому же сокету общаться с нашим сервером. Ну и, наконец, третий аргумент в пользу, скажем так, Action Cable как фреймворка, то, что он идет в комплекте с JavaScript-библиотекой, которая просто работает, скажем так, довольно удобная. Ну, помимо того, что она работает, она еще и немножко умная, умеет отслеживать зависшие соединения, восстанавливаться после обрыва, не создавать лишние соединения, если пользователь, например, открыл много вкладок, следит за его активностью. Ну и с ней тоже есть некоторые проблемы. Она написана на CoffeeScript, несмотря на то, что у нас уже 2016 год, и JavaScript давно шагнул вперед. Ну, тем не менее. Мы обсудили кое-что хорошее про Action Cable, но этого пока еще недостаточно. Многие задаются вопросом, можем ли мы его использовать уже, готов ли он к продакшену, скажем так, к серьезной работе. Как идея, все классно, но что будет на деле? Давайте пообщаемся с теми, кто находится по другую сторону неравнодушия, то есть скептически относится к Action Cable. И первый момент, и аргумент, который, собственно, наиболее мне близок, это то, что Ruby неэффективен для конкурентных приложений, по крайней мере, с точки зрения соотношения потребляемых ресурсов и производительности. Ну, мы уже слышали, как развивался Ruby, что конкурентность в нем появится в ближайшие пару лет, нормальная и продуманная. Пока же у нас есть некоторые ограничения. Чтобы понять, насколько Ruby тяжел, скажем так, с точки зрения, например, потребления памяти, давайте перейдем к более интересным вещам, к графикам. Итак, график номер один. Что здесь мы показываем? На графике мы видим, сколько нам стоит просто поддерживать на сервере 20 тысяч подключений. В них ничего не происходит, нет передачи сообщений, мы просто подключились, постучались на сервер, и у нас стоит запущенное подключение. Мы здесь и далее будем сравнивать с реализациями
с похожими, подобного функционала на двух других языках, которые как раз-таки создавались с мыслью о конкурентности изначально. Это Go и Erlang. Здесь также стоит отметить, что мы рассматриваем две версии запущенного сервера Section Cable. 2x — это значит два воркера Puma, и 16x — соответственно, 16 воркеров по числу процессоров, где мы запускали. Можно, конечно, сказать, ну, зачем нам 16? Понятно же, что памяти будет сильно больше. Но зачем нам нужно как можно больше воркеров, мы увидим чуть позже. Пока предлагаю слегка ознакомиться с графиками, мы к ним еще вернемся. Еще один момент, который часто упоминается в контексте кабеля и его недостатков, это то, что он работает только с веб-сокетами из коробки и не поддерживает никаких фоллбеков. И даже если мы наконец-то перестанем поддерживать старые браузеры, которые в принципе не поддерживают веб-сокеты, у нас остаются еще другие проблемы, например, корпоративные фаерволы, прокси, которые тоже не любят веб-сокеты. Да, мы можем использовать SSL-шифрование и, наверное, на 99% эту проблему обойти, но не на все 100%. Поэтому, например, повесить на Action Cable критический важный функционал, который должен быть в приложении, мы не можем без каких-либо фоллбеков. И надо сказать, что большинство существующих фреймворков для работы с веб-сокетами, как на Ruby, так и на других, в других языках, они, как правило, все идут из коробки с поддержкой, ну, как минимум, лонгполинга. А упомянутый здесь в твите, например, MessageBus вообще, в принципе, работает только по лонгполингу. Я думаю, многие знают об эту библиотеку, как и ее автора, Сэма Сефрона, который предостерегает нас от использования веб-сокетов в принципе, но не будем сейчас вдаваться в подробности. Можете ознакомиться с этим в его замечательной статье. Перейдем к вопросу производительности. И что у нас с ней в Action Cable? Ну, тут нам помогут ребята из HashRocket, которые недавно провели очень показательный бенчмарк веб-сокет-серверов, написанных на различных языках. Что они вообще проводили? В чем заключался бенчмарк? Задачей бенчмарка было замерить время, которое сервер тратит на броудкаст сообщения всем клиентам. Можно сказать, задержку пересылки сообщения. Бенчмарк заключался буквально в следующем, в принципе, изображено на схеме. Какой-то из клиентов отправляет сообщение, сервер отправляет его всем подключенным клиентам и затем посылает, скажем так, ответ инициатору. Вот это время полного прохождения цикла как раз и замерялось инструментом для бенчмарка. Давайте посмотрим на результаты. Это результаты, которые были получены мной при запуске не слегка измененного бенчмарка от HashRocket на амазонских серверах C3-4X Large, 16 виртуальных ядер, 30 гигабайт памяти. Что мы можем сказать по этому графику? Что здесь с левой части, что вправо? Мы видим, что уже на 1000 подключений время, чтобы отправить сообщение всем сокетам у Action Cable занимает больше секунды. А на 10 тысячах подключений, честно говоря, на график даже не влезло. Это больше 10 секунд. И здесь мы рассматриваем уже Action Cable с максимальным количеством воркеров. Если мы здесь на графике изобразим Action Cable, например, с двумя воркерами, то он у нас уйдет за пределы еще на 3000 за 10 секунд. Поэтому рассматривать такую слабую конфигурацию Action Cable вообще нет смысла. Какие можно сделать выводы из этого графика? Примерно вот такие. Давайте подумаем, есть ли у нас выход. Выход номер раз от Акиры. Давайте дождемся третьей Руби, и наш Action Cable начнет работать в 3 раза быстрее. Сколько ждать, нам уже ответил Мац. Давайте посмотрим, какие у нас еще есть варианты. Отличный вариант, очень часто встречается. Зачем вам Action Cable? Вы используете Феникс. Он же классный, он для этого. В принципе, вариант, но, на мой взгляд, и в контексте того, о чем я хочу рассказать, это не решение проблемы, это уход от нее. А если мы бежим от проблемы, ну, кто-то не успеет убежать просто. Убегут только самые сильные, выносливые и хитрые.
Всем остальным придется работать с тем, вот, что было на предыдущем слайде, промедленное что-то там. Поэтому этот вариант мы тоже не будем рассматривать. Я бы хотел предложить вариант, который как раз позволит нам остаться в рамках Action Cable, но выиграть с точки зрения производительности и потребляемых ресурсов. Извините, сейчас секундочку. Раз-раз. И приступим к основной части. Что такое AnyCable? Начнем с описания, которое я сделал в репозитории. AnyCable — это заменитель Action Cable сервера, говорящий на разных языках, ну или полиглот. Еще раз отмечу, о чем я говорил сначала, но я еще раз об этом скажу, что это не альтернатива Action Cable как таковому. Совсем нет. Я предлагаю заменить лишь ту часть Action Cable, которая непосредственно отвечает за работу с сокетами, сервер. То есть каналы, потоки, даже JavaScript-библиотека остаются прежними. Мы лишь уносим, вытаскиваем, точнее не вытаскиваем, мы просто вырубаем в Action Cable поддержку непосредственно низкоуровневой работы с сокетами и выносим их в отдельное место. Можно сказать, принцип разделения ответственности. Вот упрощенная схема того, как это выглядит. Клиент подключается к серверу AnyCable, который, в свою очередь, каким-либо двусторонним образом соединен с нашим приложением и общается с ним. В принципе, мы ничего не меняем в приложении. AnyCable сервер может вызывать методы в каналах, обрабатывать там, авторизацию, аутентификацию, подписки. Все это у нас остается. Можно сказать, что мы делаем примерно таким же образом, как мы делаем, например, с нашими HTTP-запросами. Мы ставим перед ними Nginx, который гораздо лучше умеет работать непосредственно с сокетами, а уже дальше действует наше приложение. Но, в принципе, схема простая, кроме одного момента. Вот это вот как происходит, интересно. И пришло время познакомиться с четырьмя буквами, тремя большими, одной маленькой. gRPC. Что это? Если говорить про название, то мы смело можем говорить, что gRPC — это Google RPC, Google Remote Procedure Call. Или говоря по-русски, удаленный вызов процедур, скажем так, спроектированный Google. Дело в том, что этот фреймворк разрабатывается разработчиками компании Google и активно ими же используется. Но это название. Что это, скажем так, по предназначению? Это универсальный RPC-фреймворк. Под универсальным имеется в виду то, что это фреймворк, который не зависит от того, на каком языке у вас написаны клиенты сервера. Они могут быть даже написаны на разных языках. Это как раз суть самого фреймворка. И это то, что делает AnyCable, как я говорил ранее, полиглотом. И, наконец, по сути, что такое gRPC? Это большинству из вас знакомые протобуферы для кодирования сообщений и описания процедур серверных. А также в качестве транспорта используется HTTP 2.0. Поэтому gRPC, в общем-то, работает практически везде, где уже во всех языках, на которых уже сделали реализацию первого и второго. А для большинства популярных языков есть готовые библиотеки от авторов gRPC, в том числе и для Ruby. Вот так выглядит, например, протофайл для описания сервиса AnyCable. Всего лишь 5 методов. Есть еще отдельно описание сообщений, но мы не будем их показывать. Для того, чтобы начать общаться с использовать AnyCable, вам, в принципе, достаточно на вашем языке. Вам нужно взять какой-то WebSocket-сервер, который вам нравится, фреймворк, скомпилировать с помощью протокомпилятора клиента для общения с AnyCable на любимом вашем языке, и, в общем-то, все. Давайте теперь рассмотрим чуть более уточненную схему, как это все работает. Итак, у нас есть клиент, у нас есть сервер, который работает с веб-сокетами, и этот сервер подключается к RPC-серверу, который на самом деле просто наш инстанс Rails-ового приложения
но с gRPC-сервером в качестве точки входа, который запущен, ну, если просто говорить, то, например, такой же инстанс, как, например, Sidekick, да, это то же самое приложение, но работает, скажем так, с другими источниками данных. То же самое и RPC-сервер. Соответственно, вся логика, весь код доступен в нем. Это, соответственно, вот этот flow от клиента к там, серверу, ну или к базе, например, это то, как мы обрабатываем сообщения от клиента. Как мы делаем броудкастинг? На данный момент в текущей реализации Anycable все предельно просто. Мы используем Redis, его механизм PubSub, и, соответственно, сообщения кладутся напрямую из Redis и считываются напрямую WebSocket сервером. В принципе, в качестве Redis вы можете поставить все что угодно, хоть Postgres, PubSub, хоть Rabbit или даже Kafka, если у вас очень много запросов. Это не такой важный элемент, скажем так, именно логики работы сервера. Как вы можете уже сегодня попробовать Anycable? Графики будут позже. Сначала инструкция. Да что такое? На сегодняшний момент есть две реализации WebSocket сервера, которые работают с Anycable. Одна написана на Go, другая написана на Erlang. Это то, что вам нужно, скажем так, для того, чтобы получать подключение. В вашем RESTful приложении вам нужно добавить GEM. Его достаточно добавить в группу Production, так как для тестирования и разработки нам не нужен Anycable, мы можем пользоваться стандартным кабелем, и у нас будет работать практически все. Об этом чуть позже. Сгенерировать скрипт для запуска сервера, запустить сервер, запустить WebSocket сервер, например, на Go. Ну и не забыть указать в конфигурации приложения, куда обращаться к клиентам. Давайте поговорим об совместимости. Вот есть такая табличка, сейчас не буду говорить о ней подробно, она есть на GitHub. Здесь есть парочку минусов. Вот один из этих минусов я бы хотел обсудить подробнее. Что пока не умеет Anycable, и что он не сможет, наверное, в ближайшее время сделать? Он не сможет сделать вот это. Action Cable позволяет нам для потоков создавать для каждого клиента собственные, скажем так, перехватчики, как функции сообщений. То есть, когда мы делаем broadcast, мы можем не просто одно и то же сообщение отправить всем, кто подписан на поток, но мы можем у конкретных клиентов создать дополнительную функцию, которая что-то еще сделает с этим сообщением, прежде чем его отправит, или вообще его не отправит. Этого функционала даже нет в описании Action Cable на Rails Guides, например. Я думаю, большинство из вас, кроме тех, кто смотрел исходный код, его даже не знают. Но что с ним не так? Дело в том, что за вот этой красивой записью скрыт, я бы даже сказал, в некотором смысле callback hell, потому что на каждый поток, даже если вы не делаете кастомный перехватчик, создается каждый раз одинаковый метод, одинаковая лямбда, которая завернута в другую лямбду и так далее. Вот. Что будет, если мы, в принципе, из самого Action Cable уберем вот этот функционал? Ну, я попробовал, благо это всего лишь патч на 10 строчек. И удивительно, но мы на 25% лучше стали. То есть верхний график — это стандартный Action Cable, это все тот же бенчмарк, нижний — это Action Cable с патчем. Причем с очень простым. Я думаю, можно выиграть еще 10%, немножко подумав. Поэтому будет ли данный функционал вообще, в принципе, дальше поддержан в Rails? Возможно, те, кто разрабатывает Action Cable, подумают о том, что его все-таки стоит убрать, так как пользы мало, а теряем мы на нем довольно много. Я пару раз упоминал, что что-то можно посмотреть в репозиториях. Адрес организации на GitHub, там есть репозитории серверов, репозитории непосредственно гема, которые нужно подключать в рельсы, есть демо-приложение, на котором можно все это проверить и попробовать. Небольшой дисклеймер. Мы еще не использовали Anycable в продакшн. В принципе, причина в этом в первую очередь в том, что мы пока еще не работаем с Rails 5 продакшн, ну и с Action Cable, соответственно, тоже. Причина вовсе не в том, что мы не верим в собственные технологии, просто пока не доводилось. И, наконец,
Давайте смотреть графики. Да. Итак, помните, график был у нас про память. У нас добавилось два новых игрока. Это AnyCable Go и EarlyCable. В обоих случаях мы запускаем на одном сервере и сервер веб-сокетов, и, соответственно, сервер RPC, то есть, грубо говоря, наше Rails-приложение. Мы видим, что реализации, которые используют AnyCable, лишь немногим потребляют больше памяти, чем голые реализации, например, на Go и Erlang. Так что можно сказать, что с памятью мы более-менее можем разобраться. А давайте посмотрим на процессор. Вот так чувствует себя процессор, когда мы запускаем бенчмарк для нашего родного Action Cable. Чувствует он себя не очень, на мой взгляд. Давайте посмотрим, что будет с AnyCable. Вот, например, реализация на Go. Довольно неплохо. Вот, например, на Erlang. Можно видеть, как работают виртуальные машины Erlang, более-менее равномерно распределяя нагрузку по процессам. Красиво и очень незатратно. Ну и, наконец, WebSocket Shootout, перестрелка веб-сокетов. Мы добавили два новых графика, но надо сказать, что они слились с графиками, которые у нас были до этого на Go и Erlang. То есть при тех же самых 10 тысяч подключений использование AnyCable сервера по-прежнему мы где-то в районе секунды, но не выше 10, как это было с Action Cable. Так что можно сказать, что мы движемся в правильном направлении, и мы смогли, по крайней мере, вопросы производительности решить. Но это не все, что нам может предложить AnyCable. И вообще, в принципе, этот подход, так скажем, разделение ответственности, внесение всю логику для работы с веб-сокетами куда-то вне нашего большого рельсового приложения. Какие еще у нас возможности открываются, что нам гораздо проще будет сделать при таком подходе? Ну, первая возможность, как я назвал это, общий или разделяемый сокет-сервер. Проще объяснить на графике. Дело в том, что AnyCable — это безмозговая история. Он вообще не знает про вашу логику. Он просто проксирует, скажем так, веб-сокет соединения в ваше приложение. Так никто не мешает нам сделать так, чтобы мы использовали один и тот же AnyCable сервер для всех наших приложений. Учитывая, что он менее прихотлив по ресурсам, мы могли бы их эффективно использовать. Следующий момент. Я говорил уже, что у нас нет поддержки фоллбеков. Ну, соответственно, если вы выберете ваш любимый WebSocket сервер на языке X и сделаете в нем, добавите в него клиент для Action Cable, скорее всего, из коробки у вас уже будет и поддержка имеющихся там фоллбеков. Вы можете сделать long polling, вы можете сделать RTMP, если вы все еще пишете на флеш. С точки зрения рельсового приложения, это будут те же самые каналы, та же самая логика, ничего не меняется. Оно просто не знает о том, с чем работает. Это просто квакает, как сокет. Значит, это сокет. Наконец, такой важный момент, хотя, может быть, и менее всего понятный. Имея собственный WebSocket сервер, вы можете очень легко настроить в нем необходимую для себя аналитику, а не ковыряться в кишках Rails и Action Cable для того, чтобы добавить что-то, что вам нужно. Аналитика — это очень важная часть современной разработки, мониторинг и отслеживание того, что происходит. Как это сделать в Action Cable? Ну, придется что-то патчить или очень глубоко лезть. У вас свой, если у вас свой сервер, ну, вы сам себе хозяин, вы все знаете, как там работает, вам это сделать гораздо проще. И более, скажем так, фантастическая идея, которая вытекает из самой первой, это Action Cable PaaS, то есть Platform as a Service для Action Cable. Например, как пример, представьте, что известный и упоминавшийся ранее Pusher вам предложит не просто браудкастинг сообщений, а работу с вашим Action Cable. Вы вводите адрес своего RPC сервера, там, данные для подключения и пользуетесь инфраструктурой Pusher для работы с веб-сокетами. Если у вас нет времени на развертку сервисов, мне кажется, это может быть вполне отличный вариант. Немного о том, что происходит с проектом и как вы можете в нем поучаствовать. Проект очень молодой и очень бурно развивающийся. Естественно, есть много задач как по оптимизации, так и по добавлению каких-то новых фич. И как и любому другому open-source проекту,
нужны контрибьюторы, помощники, тестировщики, кто угодно. Мы буквально сегодня, мы в смысле марсиане, запустили новый проект, который называется Cult of Martians или Секта марсиан, который как раз направлен на то, чтобы, скажем так, развивать open source. И я бы даже сказал, что это не open source код, а это проект, который создан для того, чтобы делиться open source идеями. Мы, а потом и разработчики из других компаний, выкладываем на сайте какие-либо задачи по нашим проектам, либо просто идеи, на которые у нас, к сожалению, не всегда хватает времени, и предлагаем вам их решить. Вам не нужно думать и бегать по GitHub, искать, блин, куда бы покоммитить, где бы сделать свой первый open source pull request. Вы можете зайти сюда, выбрать задачу по уровню и интересам, проследовать инструкциям и сделать либо проект с нуля, есть и такие задачи, либо что-то добавить в существующем проекте. Задачи по Unicable там тоже есть и будут в ближайшее время пополняться. Так что welcome. На этом у меня все. Всем спасибо. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Конечно, немножко разные сферы, немножко разные сферы применения, но чем это лучше, чем MQTT? Чем Anycable, подход с Anycable, лучше, чем MQTT? Ну, я говорю, что это немножко разные вещи, но они, в общем, для одного и того же придуманы. Ну, смотрите, во-первых, я, честно говоря, так и не расслышал. То есть я расслышал, но я не... MQTT. Shame on me, I don't know. What is it? Это протокол общения, в том числе, который работает через TCP-сокеты и через веб-сокеты. Насколько я понимаю, это что-то из прошлого. Нет, это не из прошлого, это прямо вот тренинг. Речь идет, доклад и цель вообще проекта — это не, как я говорил несколько раз, не альтернатива, а сделать то, что уже есть, и то, что будет, потому что это есть в Basecamp'е, и это никто не выпилит из рельсов, как мы знаем. То, что есть там, остается навсегда в рельсах. Сделать это так, чтобы могли использовать кто-то еще, кто работает с более интересными и нагруженными проектами. Как альтернативы, я уже говорил выше, возьмите, пожалуйста, там Phoenix, у которого тоже классные каналы, которые гораздо лучше работают. Я как бы не сравниваю это с другими абсолютно подходами. Я пытаюсь развить идею, которая есть. Поэтому чем это лучше MQTT, который я, к сожалению, не знаю, я точно ответить не могу. Ну, я перечислил плюсы. Тем, что это есть в рельсах, оно в коробке, этим все начинают пользоваться, кто знакомится с рельсами. Так или иначе, это будет популярным. Им просто потому, что это продвигается одной компанией на букву «Б». Тут больше про политику, чем про технологии. Добрый день, Владимир. Илья Зыкин, компания toptal.com. Я сегодня буду на второй секции завершать доклады и буду рассказывать в проекте тоже частично об ActionCable. И немножко заранее хотел бы спросить тебя. Ты наверняка, когда игрался с ActionCable, ты встречался с такой чисто прикладной проблемой, что вот этот хелпер, который делает бродкаст, ActionCable, да, ну ты понимаешь, он очень длинный, и как бы писать его просто... постоянно руками очень неудобно и, в общем, сам понимаешь, проблемы. Вы как-то оборачиваете, какой-то хелпер делаете для того, чтобы просто элементарно упрощать себе жизнь? И как эта проблема решается или это для тебя не проблема? Нет, на самом деле я не решаю, но я тоже много раз об этом думал. На мой взгляд, гораздо удобно будет, во-первых, добавить, например, в метод канала метод просто broadcast, и не надо писать ничего коротко и ясно. Ну, именно с точки зрения вот работы из логики приложения, много вопросов, да, там второй вопрос по популярности, наверное, блин, как мне отрендерить мой partial в ActionCable так, чтобы вот не надо было делать там ActionController, рендерер, бла-бла-бла, а просто и коротко. И насколько я знаю, уже даже есть какие-то гемы, которые это делают. Именно патчат вот эти вот методы броудкаста, делают их более удобными.
И второе, если позволишь. Опять-таки такая интересная ситуация, если ты пытаешься отрендерить partial, например, на JSON, да, если вот используешь JBuilder и кидаешь его в broadcast, то смешная ситуация, он, отрисовав JSON partial, выдает на выходе строку, и тебе нужно будет ее либо потом распарсить в JSON на клиенте, либо предварительно сделать это на сервере, чтобы, ну, просто элементарно удобно работать было. А как ты считаешь, это, ну, вообще, это баг или фича, или, ну, нормально ли это поведение, просто интересно? Смотри, там на самом деле более интересная проблема, как раз когда я рассказывал про некоторый патч, он был немножко связан с этим. И там есть такая замечательная тудушечка, кажется, не помню точно в каком файле, ладно, не буду врать, где-то в Action Cable. Ой, у нас тут, короче, еще куча места для оптимизации, давайте сделаем. Как работает Action Cable Broadcast? Вы передаете, ну, например, хэш, да, неважно, как он получился. Он кодируется в методе Broadcast в JSON, а потом, когда он отправляется каждому коннекту, он обратно декодируется, туда дописывается идентификатор, и он обратно кодируется. На этом мы теряем, ну, на самом деле, не так много, как на всей истории с callback'ами я сравнивал. Если просто убрать двойной просто туда-сюда кодирование JSON, ну, там, процентов 5-10. Но сам факт, когда я увидел это и понял, блин, ну, как можно было это пустить в продакшн, историю, что у нас туда-сюда мы кодируем одно и то же сообщение, ну, в общем... Action Cable сыроват, что тут говорить. Ну да. Ну хорошо, пообщаемся, спасибо большое. Да.